Я считаю, что нужно в срочном порядке менять Конституцию для того, чтобы дать президенту полномочия по выдвижению кандидатуры генерального прокурора. Есть соответствующий закон, закон о прокуратуре, который был принят в этом году, на который настаивали и внешние партнеры, и в этом законе прописано, что кандидатуру генерального прокурора предлагает президент страны. Но в Конституции поэтому есть старая норма, они объявили конкурс, отобрали 6 кандидатов. Мне интересно, что будет, Поэтому я настаиваю, чтобы мы в срочном порядке в парламенте проголосовали за изменение Конституции и дали это право президенту, так как должно быть. И тогда заново будет конкурс. Поэтому я разговаривал с спикером по этому вопросу. Я надеюсь, есть понимание. Я думаю, что в ближайшие недели такое голосование в парламенте будет. Я вот на это заседание парламента пойду и проголосую за изменение Конституции, чтобы дать полномочия президенту по генеральному прокурору. Что должен сделать президент после этого? Я думаю, что должен объявить новый конкурс и должен выбрать порядочного, открытого, честного генерального прокурора и предложить парламенту для голосования. Вы видите такого кандидата? Не будем называть его, но... Безусловно, мы думаем в это направление, безусловно, у нас есть идеи.